Доброго времени суток, дорогие зрители, меня зовут Недолюбитель. Это второй выпуск по открытию кейса. В общем, как вы поняли, из первого открытия все продал, все окупилось. Теперь мы открываем новые кейсы. Это темный кейс. Да, конечно, не самый новый, но тем не менее, в общем, довольно их так много. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 кейса, как и в прошлом видео. В общем, надеюсь, сейчас все получится. И мы, в принципе, окупимся. Здесь идет расчет на что? Здесь есть из засекреченного АК-47 «Снежный вихрь». Далее, что меня интересует, это М-ка «Тайная золотая спираль». То есть она по цене прямо с завода вроде 500-800 гривен стоит. Дальше ЮСП «Подтверждено убийство». Он прямо с завода стоит 4000 с копейками. И, естественно, тычковые ножи. То есть вот, в общем, на это все надежда. Так, давайте поехали. Открываем. Открываю с другом. Глеб, поздоровайся. Так, слышно вот как-то так. Ой, ну какая красота. Так, давайте, поехали, поехали. Так, тебя же все видно нормально? Да, видно. Угу, хорошо, погнали. Ух, ой, пролетело, засекречено. Еще... Охотник пролетел, нормально, нормально. Так, зеленый морпех. Ну, пока что синька. Я, если честно, ну, ожидаю то, что будет падать одна синька. То есть, я на это согласен. Ну, вообще, хочется как бы окупиться или выйти все-таки в плюс. Ой, синьки много. Статрек уже выпало. Уже плохо. Лучше бы статрек выпало что-то, знаешь, типа из засекреченного или из тайного. А то синий статрек это очень дешево. Это хорошо, синька-синька, блин, засекреченная пролетела, ой, этот. Не засекреченная, как его зовут, елки? Фиолетовая пролетела. Так, три кейса пролетело, пока все мимо, пока ничего хорошего. Так. Но это все не интересно, это все давным-давно известное. Погнали. Ну елки-палки, что ж ты все не туда? Если честно, ощущение того, что я даже окупиться не смогу. Что-то такое есть. Хотя я ходил, гулял, там, типа, просто думал, ой, красное пролетело, еще красное пролетело. Я вот это об этом всем думал, и была надежда на то, что мне выпадет именно что-то классное. Но это вроде немного поношено, если не ошибаюсь. После полевых даже, блин. Я очень хочу окупиться. Мне это очень важно. Хоть бы красное не пролетало в начале, а потом выпало. Вот там, вот когда оно становится, тогда мне надо красное, чтобы попадало. Пока кейсов много, но надежда потихоньку в моем сердце тает на то, что я все-таки смогу. Так, синька, 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 фиолетовая пролетела, фиолетовая пролетела, фиолетовая... Во-во-во-во-во, снежный вихрь. Господи, какой... 0,3, Глеб, это прямо с завода, 1400 гривен. А, нет, это после полевых, еще раз заново. А, 3,7, господи, мое зрение подводит. Но это уже неплохо, это где-то он стоит там под 400 гривен, может чуть меньше. Уже хорошо, уже нормально. То есть не так все плохо. Надеюсь, будут еще такие годные что-то падать. Погнали. Ой, фиолетовая пролетает куча. Так, фиолетовая, фиолетовая, фиолетовая. Синяя прилетает нам. Ну, что-то новенькое, такое я еще не видел дело. Кейсов пока еще много, это хорошо, денежки есть. Так. Открытие. Так, фиолетовая пролетает, пролетает. И ничего, пока ничего. Ненужный дроп, синька всякая ненужная, некрасивая. Открываем. Так, пролетела невозмутимость. Блин, снежный вихрь пролетел. И выпадает синька опять ненужная, некрасивая.
открываем. Погнали. Я так хочу себе ножи, господи, хоть бы ножик выпал. Или просто, ну, сиренька про... Ой-ой-ой, да, еще один. Статрек, господи, статрек. Но это закален в боях, походу. Да, закален в боях, но статрек, это уже хорошо. Это очень хорошо. Так, дальше идем. Хоть бы купиться, я тебя прошу. Хоть бы не в минус. Так, фиолетовая сиренья даже вроде пролетела. Блин, фиолетовый пролетел. И до фиолетового не долетел. Херня. Так, ну кейсы еще есть, нормас. Так, покупка. Идем, открываемся. Я очень хочу либо ножи, либо подтвержденное убийство, либо даже золотую спираль. Я всему буду рад. Но не синему. Хроматик. Раз, два, три, четыре. Три-четыре хроматики нам уже выпало. А кейсы потихоньку заканчиваются. Вот, это к сожалению. Поехали. Я, в принципе, знал, на что иду. Так, сиреневая пролетела. Спасибо, спасибо большое. Это бесполезно. Даже не важно в каком. Даже если прямо с завода оно стоит там гривен 10, наверное, даже меньше. Так, говно, все говно. Угу, опять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кейсов осталось. И потихоньку мои надежды меркнут. Пожалуйста, я так хочу ножик. Я так хочу ножик. Ну давай, что-то хорошее. Бля, сиреневый опять пролетел. Два сиреневых пролетело. Я ору просто с этого. Так, давай, покупочка, погнали. О, сразу снежный вихрь пролетел. Все хорошее пролетело. Мне достается какой-то вонючий глок призраки, который моего друга, но... Я его видел, ничего особенного. Бля, страшно. И страшно, и грустно, и все вместе. Так. Хрень. Три кейса остается. Давай. Пожалуйста, ну что-то хорошее, ну выпадет. Да, еще раз. Слушай, очень идеально выглядит, но это опять после полевых. Ну ладно, три сиреньки, все одинаково это. Я уже, в принципе, окупился. Удача меня любит. Так, едет еще кейс у нас. Что-то хорошее? Нет, синька. Так, синька, все, последний кейс остается у нас, последний. Я ни разу не видел, чтоб, ну, типа, сегодня красная мне вообще ни нож, ни красная не падала. Вот есть такая вот красивая штука. Она, правда, очень дешевая, но стильная. То есть в ней что-то есть. Вот это, вот, большая пушка называется. Вот эта штука очень часто пролетала, я ни разу ее, в принципе, у себя не видел. Охотник, это все дерьмо. Я хочу подтвержденное убийство. Вот оно какое красивое, дорогое. Либо ножик, пожалуйста. Погнали. Давай. Блять, пролетает. Все. Бля, ёбаная синька. Пиздец. Короче, говно. Так, в общем, нам выпало сегодня три снежных вихря. Один из них статрек, закаленный в боях. То есть, я думаю, гривен 700 он стоит, надеюсь. В общем, сейчас все это дело пойдем продавать. Ключ от темного кейса у меня есть в инвентаре. Один. А как так получилось? Не знаю, как так получилось сейчас. В таком случае мы покупаем еще один кейс. Если мне... Я думаю, мне хватит денег. Так, прилетели кейсы. И у меня есть еще деньги на два открытия вот этих вот кейсика. Так, погнали, используем ключик. Запускаемся. Так, не подведи, не зря ж я покупал. Так, говно синее, понятно. Минус 68 гривен. И еще минус 68 гривен. Так, зря или не зря? Вот, ну, пожалуйста, ну что-то хорошее. Ну, я тебя прошу. Все, пролетела сирень, все понятно с вами, блядь. Говно какое-то, блядь, все.
ясно. В общем, зря я только что слил еще 150 гривен, вот прям очень зря. Даже больше, 68 гривен, это 180 копейки получается. Говно выпало, в общем, куча синьки. Слава богу, мне выпало 3 вообще сиреневых, 1 фиолетовое. Вот как-то так получилось. В общем, ребята, всем большое спасибо вам за просмотр. С вами был я, Недолюбитель. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Поддерживайте, кто чем может. Я скину ссылку на свой трейд именно в описании. Чем больше вы вот... скиньте чего-то интересного, каких-то более дорогостоящих скинов и так далее. Кидайте все, что не жалко. Кейсы, граффити, шерпу, там скины какие не жалко. Все продам и на все куплю кейсов, буду опять открывать, буду вот продолжать такие развлекательные шоу, чтобы вам было интересно смотреть на это все дело, чтобы вы тоже сидели вот в этом вот ожидании чего-то, чуда какого-то, ждали моей радости. В общем, ребята, все, мы друг друга поняли. Всем большое еще раз спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я с вами прощаюсь. С вами был я, Недолюбитель. Всем удачи и всем пока.